Уже более года Пушкинское отделение партии «Единая Россия» проводит тематические приемы. Очередной состоялся 3 июня и был приурочен к Международному дню защиты детей. Поэтому на прием пригласили представителей общественной организации «Творческие многодетные семьи округа». И задачи совершенно разные, разнообразные. Затрагивают различные категории граждан. И на этих встречах мы приглашаем как заявителей, так и представителей различных служб, где в простом формате за чашкой чая разбираем очень много вопросов и получаем качественный, грамотный на них ответ. Один из основных вопросов организации летнего отдыха детей. На приеме присутствовали представители соцзащиты. Отдел по делам семьи занимается организацией отдыха и оздоровления детей отдельных категорий. К ним относятся дети из малоимущих семей, воспитанники социальных учреждений, дети-инвалиды и дети погибших военнослужащих. Главный вопрос, который волнует многодетных – как получить путевки и какие документы нужно собрать. Услуга по организации отдыха называется «Отдых и оздоровление отдельных категорий детей». Она делится на две подуслуги – предоставление бесплатных путевок на детей. И вторая услуга – это компенсация стоимости путевок в детские учреждения. Компенсация оказывается также малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. Путевки же бесплатные предоставляются семьям только малообеспеченным. Поэтому они, естественно, подтверждаются справками о доходах. Заявка на услугу подается через портал госуслуг Московской области. Прикладываются сканы документов. В течение 2 дней заявитель должен подойти в МФЦ, представить подлинники документов. И сформированное дело направляется к нам для того, чтобы мы поставили ребенка в очередь на путевку. А дальше мы уже начинаем работу и предлагаем путевки. Как правило, организовывают поездки в детские лагеря Подмосковья и Краснодарского края. Обычно за год проходит около 200 путевок. В период пандемии было поменьше. Сейчас в детских лагерях 100% заполняемость. Первую смену уже отправили в Туапсинский район. На приеме обсудили и другие темы. Также благодарственными письмами от партии отметили руководителя организации творческих многодетных семей и работника соцзащиты. Такие приемы планируют проводить и дальше. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.